Три бритвы после заточки. Начнем с первой. Первая бритва — это Art Razor Consul. Вот. Consul 2018 года. Шел вот в таком вот красном футляре. Консул самый обыкновенный, еще из старых. Здесь получается лазерное клеймо AR Consul 2018. Сама бритва имеет номер 11. Вот. Ну и с другой стороны здесь Carbon Steel, углеродистая сталь, сделана в Украине. Ну и 7/8. Все, больше обозначений нет. Бритва еще из тех, которые идут без сатина. Вот она была идеально чистая. Я ее только взял руками, чтобы показать клейма. Все, она уже вся пальцами заляпалась. Здесь зеркальная полировка вот эта вот непрактичная. Вот. По бритве по этой тоже интересно. Человек заказывал. Ему все сроки, так сказать, сорвали. Должна была быть гравировкой на годовщину свадьбы. Вот гравировку никакую не поставили. В итоге он сам на ручке все это сделал уже после того, как получил бритву. Вот пин плохо заклепанный. Как можно видеть, шайбочка полностью вошла в ручку. Вот. Я пробовал еще немножко подклепать, чтобы поплотнее клинок был. Но есть риск в данном случае, что ручка треснет. Так как ручка с гравировкой, будет жалко, если она треснет. Поэтому... Ну вот так вот. Бритва была с оригинальной заточкой. Заточка очень грубая, агрессивная. Вот. Бритву я сам переточил. Ну, теперь будет немножечко помягче. Так. Следующая бритва — это ракета. Ракета 70-х годов, по-моему, 71-й. Самая обычная классическая советская бритва. Вот. Бритву немножечко гоняли на пастах, в свое время была кривовата, но я ее переточил. Фаска неравномерная из-за паст, где-то пошире, где-то поуже, плюс сама ее ширина, ну такая приличная, я считаю, для такой бритвы, но зато все отлично проточилось и брить будет хорошо. Модель получается 71 года, вот на клейме можно видеть. Сделано еще в дизайне более старых ракет 60-х годов, но сатин здесь, как можно видеть, ну, наверное, будет видно, сатин уже нового типа. Старый сатин, он более редкий, более глубокий от камней. Здесь он более частый и менее глубокий. Тогда уже стали другие камушки применять на стизе. Вот. Но дизайн заготовки еще старый, потому что еще более свежие ракеты 75+, они уже... Ну, совсем по-другому выглядели. Гравировки на полотне, кстати, тоже нет в этом экземпляре. Я так понимаю, не было. Некоторые шли без нее. Вот. Ну, зато есть изображение ракеты на самой ручке. Вот так бритва неплохая. Тоже ее переточил. Сделал все как надо. И еще одна бритва — филармоника. Модель номер 13. Вот. Когда-то давно была в заводской смазке. Отослана одному заточнику. Вот, не знаю, как это все им точилось, но вот на лицевой стороне кромочка была сведена, все было аккуратно, равномерно. На оборотной стороне кромка была не сведена, от центра до пяточки был большой провал, но при этом тесты проходила, то есть ее с большим давлением доточили, чтобы хоть как-то до этого места достать, ну и так и отправили. Естественно, человек заточкой доволен не был. Ну и вот я ее переточил. Также здесь был очень плотный расклеп. Человек, который ее точил, зачем-то взял и подбил ее настолько, что бритва еле раскрывалась. Вот. Так делать нельзя, потому что ручка пластиковая, может треснуть. А ручка тут же не абы какая, а с изображением именно фирменным. Поэтому замена ее даже на обычную черную ручку потом будет уже... Ну, будет уже не то, бритва потеряет свою ценность. Вот. А так, сама филармоника, самая обычная, 13-я модель. Вот, такое клеймо, такая вот гравировка. Покажу тоже, как тесты проходят. Все. Тесты тогда начну с самой филармоники. Вот. Как будет брить, не знаю, надо пробовать. Именно этот экземпляр показался сравнительно мягеньким, хотя она такая звонкая бритва, конечно.
Чем-то может будет напоминать хердеров. Может быть, даже чуток помягче будет. Вот, хотя это все субъективщина на любителя. У кого как оно по ощущениям. Кому-то покажется мягкой, кому-то чуть более жесткой. Вот, но на тестах все мягенько, аккуратненько. Так. Вот так, распуск. Вот. Так, дальше возьмем ракету. Вот, с ракетой тоже никаких тут проблем уже не будет. Править ее, как обычно, бритву на ремешочке. Без особого давления. Что-что, а сталь вот на этом экземпляре, ну, такая, довольно мягкая мне показалась. Тесты проходят абсолютно бесшумно. Вот. А она брить будет так вот с такими, ну, не щелчками, а, как это сказать, с таким глухим-глухим треском, скорее всего, тихим. Вот. Ну, я думаю, понравится. Так, и распуск. Хорошая вещь, хоть это уже и 70-е, когда лотерея по бритвам пошла, то хорошее делали, то не очень. Вот, ну, вот с этой повезло. И консул. Так, я вот тут от пальцев протру перед отправочкой спиртом. Ну, конечно, зеркало непрактично. Любые следы, все на нем остается. Ну, тоже я его переточил по стали. Ничего не могу сказать. Плохая, неплохая. Обычная сталь. Вот. Как брить будет? Ну, надо пробовать. Здесь же почти клин у этой модели. Вот. Конечно, с антикварными не сравнить, но помягче, чем модель Шеф, которая вот недавно на обзоре была. Помягче будет. Другая сталь, скорее всего. Это же более старая модель 18 года. И другая выборка. Тут получается у нас. Ну да, такой клин. Практически полный клин. Вот. Все. Все это дело протру. И отправлю. Отправлю, наверное, уже, скорее всего, завтра. Сегодня вряд ли на почту поедем. Все.